Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Російський диктатор продовжує робити вигляд, мовляв, у Курській області нічого не сталося, живе у своєму світі і не помічає проблем, які поглинають і інші російські регіони. Подорожало в останнє время? Да вообще все, и газ, электроэнергия. Газ, свет. Все дорожает. С каждым месяцем. 5 лет тому назад все мои услуги стоили 5000, то на сегодняшний день это уже 6,5 и даже чуть больше. Бумеранг Бандери традиционно запрошує до російської глибинки. Кухня у нас, ну, у бабушки, Сашки. Тут они готовят. Там мамин стол, они отдельно питаются. Тут кошечки питаются, я им привезла. Корма. Там тушенки еще привезла. Бабушке всего навезла. Колбасы, сосисок. У них все пусто было. Фарша. Здесь со собаком, чтобы они готовили. Масло им купила, кетчуп. Вот тут печечку они топят. Там умывальник умываются. Воркута – шахтарське місто, в якому люди виживають за рахунок крадіжок металобрухту. Іншого заробітку тут нема. Это они ломают, ступени ломают, а люди потом не могут подняться по этим ступеням. На улицах нередко можно увидеть людей, которые что-то выламывают и куда-то тащат. Покинутые и полуразрушенные дома, зима по 10 месяцев в году. Картинки оттуда пугают и удивляют. В большой многоэтажке может проживать всего одна семья. Ну или по соседству с обитаемым домом будет стоять вот такой. Здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи. Позбутися житла у Воркуті прагнуть усі, хто набрався розуму і виїхав до інших російських регіонів. Напівзруйновані багатоповерхівки, попри все, опалюють. Власникам продовжують надходити платіжки з боргами за комірне. І попри це, населення продовжує обирати байдужого до їхніх проблем диктатора. За Путіна? За кого? Я завжди голосую за нього. Він добрий. Тож жалко всіх людей зі жаліє. Далі до Карелії. Тут навіть у обласному центрі люди досі живуть у бараках. На переселенні чекають десятки років, та віз і нині там. Як вони зараз говорять, що це Маріуполь, вони там за 3 місяці квартал відстроїли, а тут ми тільки всім повинні заплатити, а більше ми тут ні для чого не потрібні. Ну, я приехала, уже все, дом полностью горел. Нам спать не на чем, элементарно, вообще у нас ничего нет. Обращались в соцзащиту и выяснили, что у нас фактически у всех доходы типа превышают прожиточный минимум, который 17 тысяч, и нам в помощи отказали. Даже у кого дети. Ну, они обещают, что-то когда-то будут типа строить, и, может быть, вы в первую очередь будете. Вот это такие обещания. У нас нет жилья в городе, никто ничего не строит. Денег нет, серьезно. 3 детей, а сейчас муж у меня ушел на СВО, вот. Потому что безвыходность, администрация не помогает. Мне вообще не выделили ни копейки. Надо рассчитывать только на себя. Вот сегодня вот должны отправить уже без подготовки, без всего, прям на передовую. Конечно, не хотела, но а что делать? Потому что мы сейчас в такой ситуации вообще. Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся просто нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда ты вынужден просто ломать башку, где взять пожрать, а еще, извини, пардон, бухнуть. И вот ты постоянно в этом вертишься. И на эту нищету застилается пропаганда. У Башкирії жителі кількох сіл залишилися відрізаними від цивілізації. Дерев'яний міст, яким користувалися десятки років, обвалився. На заміну йому від місцевої влади отримали кукіш з маслом. 20 лет назад был построен вот этот деревянный мост, которым жители активно пользовались. Последние 2 года он пришел уже в полную негодность. Было решение суда о строительстве нового моста. Это решение вступило в законную силу. Белорецкая администрация провела торги, выбрала подрядчика и началось строительство нового моста на этом же самом месте. Но по каким-то таинственным причинам
Строительство было приостановлено, контракт разорван, и мост никакой не построен. Вместо этого на эти деньги был сделан проект безумного моста стоимостью 123 миллиона рублей, который не проходит ни по экономическим показателям и нет источников финансирования. Теперь адміністрація утверждає, що буде шукати деньги. Окупований Краснодон залишився без води. Була і загула з початком повномасштабного вторгнення. Вода, літній період починається відключення води. Зазаються якісь графіки, але в цьому році це просто вже був приділ, коли створили графік з понеділка по четвер, з подачі води з 5 до утра до 3 часов дня. Прошлый раз без предупреждения на 2 с лишним суток ее отключили. В Якутии на 6 ведмедів. Вот это их много. Блин, что ли там был, нахуй? Пираты сразу такие палят. Ого! Опой, разорвайте скудик, 3.15 вообще. Вот это их много. Валим отсюда. Их много. Але самих росіян значно більше тривожать інші проблеми. Ми тільки за те, щоб була мама, і папа, тобто це мужчина і жінка, а за однополі браки ми проти цього. Ну, не браки, мається в виду, а просто з мамою і бабушкою. А, тільки з мамою і бабушкою? К сожалению, така ситуація, мабуть, із покоління в покоління. Мужчини нас захищають, вони на війнах. Они уезжают зарабатывать деньги, и, к сожалению, такое случается, что воспитывают только мамы и бабушки. В принципе, ничего страшного в этом, мне кажется, нет, если заложить правильные нормы поведения. У 2024 році демографічний спад на Росії зрівнявся з показниками 90-х. Лише за перше півріччя населення зменшилося на понад 300 тисяч осіб. Дітей росіяни заводять тепер значно рідше. 2023 став одним з найгірших за рівнем народжуваності за останні 80 років. Представьте себе, вы вечером пришли к одной одинокой даме, чтобы поменять лампочку. Она говорит, поменяй, пожалуйста, лампочку. Ну, пришел, поменял лампочку. И тут пошло-поехало. И начал она предлагать тебе. А ты не хочешь выпить со мной вина красного? Ты понимаешь, скорее всего, если она одинокая, она хочет тебе сделать переворот. А мы знаем, как переворот делается. Они, блядь, маленькая добавляют туда, ей заклинания читают, обряды вот эти все. И ты как... И потом влюбишься, без нее жить не можешь. Так что нет, ну я за рулем, я не могу. Ага. Она говорит, можешь, давай ты борщец поешь. И ты сейчас же тоже понимаешь, что, может быть, изначально это были щи, а не борщ. Одевайся, уходишь, сказал. Ну и он, твои обеды, чай пить, за лампочку не благодари. За час путінського правління кількість неповних сімей на Росії зросла удвічі. Нині на болотах проживає майже 5 мільйонів матерів-одиначок. Такі вони традиційні цінності. Ні, ми тільки за те, щоб була мама і папа. Тобто це мужчина і жінка, а за однополі браки ми проти цього. Ну, не браки, мається в виду, а просто з мамою і бабушкою. А, тільки з мамою і бабушкою? К сожалению, така ситуація, мабуть, із... Поколение в поколение мужчины нас защищают, они на войнах, они уезжают зарабатывать деньги, и, к сожалению, такое случается, что воспитывают только мамы и бабушки. В принципе, ничего страшного в этом, мне кажется, нет, если заложить правильные нормы поведения. Знаете, как на свет появилась моя мама? Мою бабушку Надежду Федоровну, ее маму, в 17 лет выкрал узбек, заточил у себя... в сарае. И, естественно, он ее изнасиловал. И на последнем сроке беременности она убежала от него. Смогла спастись. И так родилась моя мама. Через війну в Україні кількість вдів на болотах продовжує швидко зростати. Але росіянкам своїх чоловіків не шкода. Постаріла я лет на 30, мабуть, після последних событий вообще это просто. Я вообще не знаю, как даже реагировать на это все. Просто понимаете или не понимаете вы. Я вообще не знаю. Вагнер с вами. Мы сила. Мы пойдем до конца. До конца мы пойдем с вами. Ребята.
Война – это плохо, но так тоже нельзя. Все равно бы началась. Да, если столько стран против России пошли, все равно бы эта война началась. Уже потом похуже было бы. Если они уже успели, если Финляндия уже успела, все написала, Финляндская республика, Коми, Архангельскую, Карелию. Вот у них уже карты какие. В смысле, в Финляндии? Финляндия хотит, что Карелию, это Архангельскую, Коми, СССР. Финляндскую республику создать здесь. Нужны они нам со своей Финляндской республикой. Вы за внука не боитесь, что тоже заберут? Ну, заберут, так заберут. А что делать? Страшно. Страшно, но все равно кому-то надо идти. Почему? Вот еще мои полы-то. Очень красивые. Это я делала два вместе, чтобы как картинка получилась. Ставлення до родин російських вояків теж на Росії не краще. Населення не сприймає героїзму і не дякує за війну. Так, до прикладу, у дитячому таборі побили хлопчика через подарований батьком військовим кашкет. Матері довелося забрати сина просто посеред зміни. Мій син, окончательно поверив, что все плохое закончилось и все, он в безопасности, стал говорить, отвечая на вопросы, а что там вот пацаны-то делали, и прозвучала такая фраза. А потом он подошел ко мне и сказал: «Слава недружественной стране!» И мы просто все остолбенели. Затем была такая пауза, и мы его спросили: «А что ты ответил?» Он говорит: «Я сказал: слава России!» И вот после этого начались у него вообще очень большие сложности со стороны этими ребятами. Військовослужбовця спецназу «Ахмат» закатували до смерті. Але зробили це не українські вояки, а російська поліція. З війни він повернувся з психічними розладами. Копи не стали розбиратися і зайнялися перевихованням. Нас мужем ввели в заблуждение, что у моего сына остановилось сердце, и он умер своей смертью. А полицейские тут ни при чем. Они нас просили ответить на несколько вопросов о том, что произошло на улице, прежде чем доставили моего сына в советское РОВД. Вот что я и сделала. На самом деле выяснилось, что моего сына сотрудники полиции в советском РОВД цинично убили. Это я узнала, когда увидела видеофиксацию с камер советского РОВД. Мне людей даже не остановило, что он СВОшник, вернувшийся неделю назад со специальной военной операции, где защищал интересы нашей страны, рисковал своей жизнью. Идет уже второй месяц после убийства моего сына Ахмеда. Но преступники не арестованы. Странно, что в других случаях без видеофиксации арестовывают. А в нашем деле есть видеофиксация, но никого не арестовали. Від такого у матерів російських героїв нерви не витримують. Наїхали. Жалко, мой сын пока на войне. Нужно ему вернуться сюда и отстреливать. Какого ты меня катаешь по кольцу-то, а? Что твой навигатор показывает? Где мы сейчас? Я очень хорошо знаю, где Новоясневский проспект находится. И где Московский находится. Все сказали, нужно в тоннель было ехать, а? Нажитой. Что ты мне сейчас включишь? Денег получишь. Бразь. А так велика держава піклується про свою чарівну стать. Провели інтернет, а їм не так. Тут ходят дети, блин, как бы с маленькими людьми. Почему вот это вот здесь должно быть? Не надо убрать. Поставили камеру відеоспостереження в лікарні, росіянки знову невдоволені. Вот кабинет гинеколога. Обзорная камера снимает. Нет, не буду. Нет.
снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании? Большой вопрос. Інша справа – туалети. Їх появі на вулицях росіяни неабияк радіють і дякують владі за щедрість. В биотуалет на конечной остановке Боровая улица заходят первые посетители. Кабинка, которая предназначена для водителей и кондукторов, находится здесь совсем недолго, но ее уже успели оценить по достоинству. Давно ждали, как бы зимой еще мучились, вот как бы спасибо, хорошо, что сделали, хорошо, все. А до сейчас этого как справлялись? Ой, по кустам, за гаражи, по кустам, везде. А зимой? Где? Ну, вот так же, куда, за дом, за гараж, куда попало. Пошли, 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 пошли. Гад не хоче, блин. У мене ще є капуста! Бать, бать, бать! Воду, 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 воду! 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 Караван в пустыне не идет, воду дайте! Давай, давай, давай! Ты мой красавчик! Прямо, прямо! Ты уже туда есть контактный зоопарк! Аппетит нормальный. Росте добре. Не буде росте на шипеть, тільки такі за голову тримає. З нього вийшов би добрий розвідник. Вуха здорові, слухає добре і мовчить. Да? І дуже шустрий. Але кулеметники в розвідку його не віддадуть. Як працює? Ізі, як точі яблуко. Молоко ми вже не їмо, ми вже дорослі. Так, зараз братву будемо колбасою кормити. А, давай. На, братуха, тобі. Дивіться, які колбасу люблять. О, давай. Я десь він постійно переписує. Ох ти, а ти куди? Обіцяв мені достояти. О, який красавчик. You go down just like Holy Mary, Mariana, Mariana Cross. Not just another Bloody Mary, Mariana, Mariana. You go down just like Holy Mary, Mariana, Mariana Cross. You're being a leader of the scary, Mariana, Mariana Cross. If you choose to run.
щастя красиве, коли кольорове, значить получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що намалює, хіба що намалює. Все показує, хіба.